Всем привет, друзья, с вами Карабаш 74, и сегодня мы с вами посмотрим на необычную модификацию, тоже отрыл ее сегодня. Это у нас тюнингованные тачки в быстрых заказах, то есть это у нас сюда вот заходим, и заказы агентства, то есть в заказах агентства теперь тачки тюнингованные все, то есть они наворочены, у меня за окном льет дождь чудовищный, я продолжаю снимать, пока свет не вырубят. Вот. Итак, что хотелось бы сразу сказать. Я сначала вообще растерялся, думал, что он не запустится. Он для версии 1.24 и так далее. Вот. Что касаемо загрузки, он очень долго загружается. Когда вы выбираете его в модификациях, включаете его, нажимаете применить, заходите в свою сохраненку, либо начинаете новую игру, и у вас появляется загрузочный экран, и ждать придется очень долго. То есть я на своем железе сидел, ждал пару минут, пока это все загрузится. То есть полоска вообще стоит, и я думал, что все зависло. Но я посидел 2 минуты, подождал, и она потихоньку начала заполняться, и, собственно, она заполнилась. Так что не надо мне писать, что это не работает. Просто когда вы его установите, вы обязательно сидите и ждите, пока она не прогрузится. Итак, заказы агентства. Новые тачки, тюнингованные в заказах агентства. Вон, видал? И там еще указано, что все настоящие эти наклейки на грузовиках. Вот. И заказов агентства очень-очень много. Видал? Все тачки навороченные идут уже. Так что я говорю, все это прогружается. Видите, как медленно. Давайте возьмем любой заказ и посмотрим, как это все, собственно, выглядит. Ну, я не знаю даже, что взять-то. Давай чуть-чуть посмотрим. Тачки, видите, все протюнены уже. То есть это дефолт, то есть уже просто протюнены и все. Думаю, с этим разобрались. Да давайте, наверное, вот возьмем, что это, трейд. Давайте ее возьмем, взяться за работу. Поехали, посмотрим, что это такое. Вот видал, как долго это все грузится. Я специально вам решил из-за этого и показать. Так, нас интересует единственное, это, естественно, день. И, естественно, нам нужно просто разглядеть. Давайте выехаем отсюда. Да он вообще оперативненький. Даже колеса видал. Как сделали. Приколюха. А кто-то, видимо, постарался. Либо какой-то рандом прописал. Я не знаю, рандомно это, не рандомно. Но кто-то постарался и сделал это. Итак, останавливаемся. Отцепляем фуру, потому что она нам не нужна. И, собственно, сделаем небольшой такой обзорчик. Так, залазим в салон. Вот, в салоне... XF. В салоне отделочка. Что-то я, кстати, DAF такой, по-моему, не видел с этими с желтыми вставками апельсиновыми. Есть навигатор. Снаружи. Что на нем написано? ST. Лучше мышкой помочь ему. Texel. Фирма, видимо, Texel. Так что, знаете, я, как сказать-то, я не буду рассматривать их очень много. Вот, давайте еще посмотрим. Так, F7 и вызвать... Нет, эвакуатор мне не нужен, F6, по-моему. Да, отменить заказ, и давайте посмотрим еще на другой грузовичок. То есть на крыше там уже стоят и все эти подсветки и все прочее на крыше. То есть это уже все стоит. Опс. Давай быстренько посмотрим еще какой-нибудь заказик. Так, он меня перекинул обратно в гараж. Заказы агентства и прогружается долго. Смотри, картинок нету. Давай еще на что-нибудь посмотрим. Ну, Сканию возьмем. Давай Сканию возьмем, она тюненная. Кстати, вот это, ну она, наверное, тоже тюненная. Взяться за работу. Давай быстренько поглядим. То есть вам теперь будет интересно гораздо играть, если вы только начинаете играть. То есть
взяли тачку, она уже и протюнена, и все. Но это как в реальной жизни, то есть кто-то же до вас ездил на этой машине, так же, как и вы, допустим, если вы на агентство работаете. Ух, там у меня вообще караул. Поехали! Да, движка, походу, тоже она прокачанная уже идет. Видишь, тюнинг тут вообще воплоти, так скажем. Да, весь он разрисованный, обляпанный. Ну, это классно, действительно, человек постарался. И респект, уважуха ему. На крыльях даже, видал, приколюха стоит. Вот. По-моему, это клево выглядит, опять же. Давай включим все. Во. По-моему, это классно выглядит. Знаете, мне бы вот было гораздо интереснее так играть, чем на дефолтных тачках гонять. Текстуры, да, я не скажу, что они высокого разрешения, но пикселизируются. Приближаешь, когда пикселизируются, конечно же. Но знаете, действительно, наверное, респект и уважуха чуваку, который сделал. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Ссылочка всегда в описании под видео на данный мод. Ставьте лайки, комментируйте, и всем удачи, и всем пока!